тем временем мне пришла коробка очередная. Давайте посмотрим, что на этот раз. Тут раз я им отправила все обратно, даже вот такую открытку, что там спасибо, Елена, надеюсь, понравится, бла-бла-бла. Итак. Лия. Что-то там яркое. Слушайте, ну это уже совсем другой прям стилек. Так, тут, значит, видно, вот такое будет платье. Без Маши не хочу открывать, потому что я очень рада, что вам понравилось, как Маша у нас снимает, потому что действительно у нее это хорошо получается, и я ей предоставлю такое право еще раз. Но тут, конечно, вот такие брюки, они, мне кажется, вот у того, вот в моей, по крайней мере, фигуре, это будет портить эту фигуру, мою фигуру, потому что, ну, это с этим поясом. Ну, посмотрим. Так. Вот этот мне вид нравится, но посмотрим, как это, что вот здесь за штаны, как будто они какие-то синтетические. И опять же, вот этот топ, видно, идет сюда тоже. Посмотрим. Модель такого платья мне тоже нравится, единственное, что расцветка, мне кажется, больше бы вот такая подошла. Ну, посмотрим опять же. Здесь как платье, типа рубашка, возможно. Вот, вот такое вот платье. Так, ну ничего так, ничего так. Так, вот это, конечно, не совсем для меня, но посмотрим. Я не против что-нибудь и Маше оставить. Так, ну а теперь по ценам. А, смотрю, цены вроде такие. Смотрите, 180, 200, 400, 500. Так. Вот посмотрите, в этот раз на 6500, то есть уже не 9. Уже 6500. Самое дорогое здесь это 864. А, нет, вот есть платье. Кстати, вот это коротенькое, которое я говорила, платье. Что, типа, может быть, мне не понравится. 964 дирхама оно стоит. Так, дальше смотрим. Размеры. Ну, вроде как мои все. Так, нет аксессуаров совсем. Ну, посмотрим. Также вкусно пахнет. Прям очень вкусно. О, Элизабета Франчи. Мне нравится. Неплохо, неплохо. Начало неплохое. В принципе, вот такая расцветка мне тоже нравится. У меня ее совершенно нет в гардеробе. Поэтому, если это будет не по мне, это какой-то топ. Ну, такой пляжный, мне кажется, больше вариант. Так, о, теория. Теория это тоже классная. Слушайте, ну прям в этот раз... Слушайте, а что здесь из теории? Черный топ. Наверное, вот это вот тоже теория. Хотя нет, черный топ. Наверное, вот это за 522. Ну, примерно он также и стоит. Только если написано, что коттон, что хлопок. Но обычно я знаю, что в теории очень много шелка. Поэтому и цены у них там. А вот сайт, на котором покупали. Так что я могу туда заглянуть, посмотреть. Ну, то есть, что-то вроде как, знаете, возможно, стилист исправил свою ошибку. Вот насчет вот этого я не уверена. Потому что, опять же, я просила пляжные вещи мне не класть. Что? 1615 дирхам? Что это? Это что такое было? Топ? Прямо шито у меня. Вот он, 738. Представляете? 738 дирхам, пляжный топ. Я не удержусь, посмотрю сейчас. Подождите, прям. Это, получается, 760, это сколько на 20, 14, 16 тысяч рублей? Что? Что, вот это что, 16 тысяч, что здесь за 16, только потому что стразики, вот такие стразики. Опля, Камила, Made in India. Слушайте, ну здесь получается 1615, набор даже стразиков идет, если вдруг отлетят, а они отлетят, потому что они приклеены. Соответственно, это не знаю, там только ручная стирка, 100% должна быть ручная стирка. Все это будет отваливаться постепенно. Ну, получается, 50% скидка на него была, да? Так, давайте посмотрим состав. 100% шелк. Ну вот, господа.
объясняет, наверное, цену. Когда натуральная ткань, то она и стоит. Вот. Как он выглядит, я вам сейчас не покажу, но это единственное, пока что я вам покажу из тех вещей, которые я открою без Маши. Остальные буду ждать, конечно, ее. Но смотрится он симпатично. Так. Ой, мама! А вот и Гулёна дочь! Накаталась? Ой, Накаталась? Ой, вообще. Обычно, когда долго не катаешься, а потом болят колени, да, ноги, мы, да? Целый час прям катались, не отдыхая? Нет, мы за 8... А где фотографии с коткой? Я ждала. Хотя бы одну. А у меня, я сейчас меня уже жизнь без, без каких-то впечатлений. А, есть? Ну, а я тебя жду, вот. Я знаю, я сейчас скажу. Вот. Ой, и с украшениями вся. А, мы когда ели... А тебе, кстати, пришла это. Померишь? Ну, я не могу, спасибо. Короче, я в Старбаксе покупала напиток. Женщина мне наливает, такая, видишь, что у меня вот эта кумочка? Говорит, мне очень нравится ваш кумочка. Я говорю, а вы можете мне сделать скидку? Она говорит, ну что? Я говорю, ну, то, что красиво. Маша такая наглая. Маша, я вообще-то не помню, смущалась, типа... Маша, ну что за наглёж? Ты маленечко на своего папу похожа. Он у тебя тоже такой нагловатый. Знаете, мы на метро с Яной шли там, типа, долго, чтобы посидеть, потому что мы нашагали 13 500 плюс каток. То есть мы посидели там в Старбаксе буквально сколько? Даже час мы посидели. Ой, какая же крошка, ой. Вот жизнь у подростков, да? На эти деньги, которые в Старбаксе кофе купили, можно было поужинать в Макдоналдс. Хорошо. Мы не хотели. А вы просто кофе выпили два? Нет, не кофе. Я бритер съела, а она за три часа. А, то есть вы не заказывали кофе? Надо было водичку или сок заказать. Вода тебя хватило. Мы же купили. А. Мам, все, мы наелись. Ты потратила все свои карманные деньги, честно? Нет. У меня еще 60 с чем-то. У меня же, я 100 потратила. А ну так вы копила, потом один раз вышла. Ой, только сейчас заметила, что у тебя там уже прям кровать. В смысле? А. Кстати, сказали подписчики, что свет должен падать с левой стороны, не с правой. Но мы, в принципе, об этом всегда говорим. Туда было, типа, налево. Да? Ох. Ну, снимай кофту, если тебе жарко. Вообще, хочется пить. А ты брала теплые носки? Да. Потому что я ее просила взять теплые носки для катка, потому что, конечно мы, же... Мы, кстати, еще пока дошли до трамвая, мы взяли оранжевый сок, вот этот оранжевый. Оранжевый, по 5 дирхам. Да, офигенно. Так, он погаши... такой вкусный. Да, мы пока... Ладно, глади, принеси. Нет, мне не надо, нет. Не-не-не, я пока еще воздержусь от оранжевых соков, вся оранж, потому что у меня еще желудок не очень хорошо работает. Мы кушали с антисептиком, пшикали. Молодцы. Это вот тот, который нам с масками подарили, да? Да. Я про него как раз говорю, он тоненький прям. Да. Он прям вот в карман можно его. Вот, смотрите, какой санитайзер. Вот носочек. Вот такой подарочек нам подогнали, да. Маленький, антибактериальный. Что там у тебя, носки, шорты? Я же думала... Померишь? Да. Ну, просто погуляем. Тебе удобно было в этих штанах кататься? Да. Да? Нет. Что я тебе хотела... Мы еще танцевали вот так. А, ну, в принципе, я смотрю, они нормальные. Мы еще не упали. Это мы в Холлистер, да, купили? Кого? Штаны. Да, да, в Холлистер. Угу. Она такая, наверное, свободненькая, типа, что я Эль заказала. Помнишь, ты просила Эль? Да, чтобы она была чтобы... Да, да, да. Чтобы... Кстати, хочешь прикол? Эта штука отстегивается, смотри. О! Да, можно менять буквы, оказывается. О, нифига себе. Нифига себе, ага. Новости. Вот так задела, такая, опа. Аккуратненько сзади этот воротничок. Ой, на тебе так хорошо. Маша, смотри, как она тебе хорошо. Она чуть длиннее, чем та, которая была. Давайте начнем. Можешь свет включить? Да, я хотела сказать, включи свет здесь. Угу. Так. Что у нас здесь? У нас здесь... Я уже показала это все. А, да? Да, на... что 6000. Я показала. Да, у нас, кстати, на 6 тысяч. И все вещи, уже такие, смотри, какие даже образы. Mm-hmm. Уже такие более-менее. Да, смотри, как красиво вот здесь. О, похоже. Да, 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 похоже, ага. Фрики, платьишки. Угу. Вот это, смотри, какой шикарный. А, вот этот я распаковала. Посмотрела, самый дорогой топ. Просто один я распаковала. Да. Так, это у нас вот такая блузочка. Вот такая. Давай так спрячем вот эти. Угу. Вот, вот такая. Так она делается. А, держи, то есть согни. Вот здесь? Да, так. То есть вот она... такая красивая. Я люблю вот такие вырезы, они, мне кажется, более-менее идут. Вот ткань такая интересная. Ну, ткань, это, если честно, не очень интересная. Можно посмотреть марку, модель марки? Вафелька.
Бишоп опять, это Янг Бишоп. Кстати, это medium size написано. Ого. Ну, вот, но, видишь, да, вот в этом случае medium, он такой идет, какой-то oversize. Нет, сюда вначале ткань, потом сверху это, чтобы мы не запутались. Да. Это у нас штаны юбка. Ого. Вот это мамин размер. Вот это понимаю. Вот все. Ну, понимаете, ну вот не пожалели ткани, вот правильно. Ну, блин. Потому что тут раз они прям пожалели ткани. Я прям мерила и чувствовала, что ну не то. Как это? Что это за бренд? Рейка. Можно посмотреть? By Abigail Love. By Abigail Love. Это размер L-ка, да? Да, ну тут затягивается. Но мне кажется, да, они прям более... должны... А можно как попробовать? Юбка. Держи, затягивай. Давай. Мне кажется, они просто, да, ну, они да, могут вот, затянуться, а здесь они будут просто широкие штанины. Вот так. Да? Но, в принципе, так аккуратненько как смотрится. Как юбочка будет выглядеть. Угу. О, сейчас тоже. Да. Маша, знаешь такой брендик уже теории? Я очень люблю его. Сразу ты две вещи стряхни и сюда положи пластик. Так, черная это футболочка простая. Размер G. А, L-ка. Размер L-ка. Это такие. Да, штучки. Здесь вот так. И простая черная ткань. Да, простая черная ткань. Ну, я не знаю, за 500 дирхам я такое не возьму. Я посмотрю это в образе, но брать за 500 дирхам вот эту футболку, ну, нет. Слушай, походит, у меня так оденьки небольшие. Это что? Это... Веромода. Слушайте, Веромода это вообще наидешевейший бренд. То есть это такой очень бюджетный, очень-очень. И мне кажется, это прям вот где-то до 200 дирхам они стоят. Вот они. Вот, смотрите, я прям угадала. Это да. 184,75. Это максимум. Я вот просто не очень люблю вот такие штаны, которые добавляют мне объема на талии. Это, наверное, у тех, у кого тонкая талия, хорошо. Или у кого, например, как вот у Маши фигура вот с высокой талией нужно одевать. Угу. В общем, здесь в этом образе я ничего точно не оставлю. Помедленно. Вот это мне понравилось, что пятнистое. Я не знаю еще пока, что это. Давай смотреть. Сюрприз будет. О, какой-то какой? Синтетический топ. Интересно, давайте. Мне нравится. Вот, вперед. Так, что здесь? Морелла. Морелла, я не знаю, может быть, кто-то из вас знает. Ну, в принципе, нет. В принципе, такой нормально. Снизу, сверху какой-то как креп, а снизу как будто как... Трикотаж. Ну, в принципе, аккуратно смотрится. Он такой, знаете, аккуратненький. А здесь, наверное, юбка, да? Штаны, думаешь? Нет, юбка. И нас таким, знаете, косым срезом. Мне очень нравится такая модель. У меня такой не... Ну, Маша уже говорит, мам, тебе небольшая. Ну, блин. Слушайте, ну да, может быть, чуть большой. Мне надо... Мне 12 надо. Ну, в этот раз... Мы покритиковали, что все маленькое, вот тебе большое. Довольно? Маша, ткани не пожалели на мать. Не пожалели. А мать сейчас все маленько худеет, поэтому все нормально. Пускай будем подвязываться буду. Ай. Так, это, наверное, платье. Нет, это не угадали. Это какая-то блузка. Так, подожди. А дай посмотрю. А, это Элизабета Франчи. Италия. Очень хороший, да, бренд. Но только он так выглядит, как будто застиранный какой-то. Слушайте, а с чем они мне его советуют? Просто так, мама. Вот, с этой юбкой, вот с этой. Ага. Ну здесь я поняла стилиста. Она здесь предлагает сочетать два разных графических рисунков, да. То есть вот такой вот и такой, да, животного. В принципе, я одобряю такие моменты. Главное, чтобы... сочеталось это вместе. Сочетать геометрические рисунки разные, это надо уметь. Это, мне кажется, действительно этому надо учиться. Вот, я пока еще учусь. Мне проще подбирать... XL? Ну, это мамин размер, доча. Доча, ну что ты хочешь? Это же вот мама твоя. Ну, посмотри, да? А что? Мать вот именно такая вот обычно после выходных или после долгих праздников. Это платье такое, которое называется карантинное платье для тех, кто на карантине отжирался. Это Яс. В принципе, это не очень должен быть дорогой бренд. Ну-ка, покажи. Ну, я померю. Но, конечно, это такой прям oversize. Да, кстати,
UK 14, ну у меня UK 12, это прям вот на размер 400. Точнее, 375, но он примерно так стоит. То есть цены, хорошо, что, знаете, в этом моменте, что я очень много хожу по молам, по онлайн-магазинам, и я, конечно, в ценах ориентируюсь, так же, как и в брендах. Ой. Брендами я называю название магазинов, будем там говорить, потому что для меня слово «бренд» – это просто что-то эксклюзивное название, вот и все. Дышащая ткань я называю. Но мне нравится эта расцветка, это прям, мне кажется, моя. И, в принципе, у него такой секси-секси вырез. 14-й. Хабиби, what do you think about this dress? О, но. Мы не знаем. 6-7. В этот раз, давайте так говорить, в этот раз чуть-чуть лучше. Может быть, с размерами опять пролетели, но уже, по крайней мере, хочется что-то примерить прям сильно. И чувствую, что прям нравится. Вот здесь прям хлопок как будто, да? Ну, вырубку, потому как я не знаю, я не разбираю. Да. Красивая. Ой, слушай, оно прям, ты знаешь, Маш, оно мне нравится. Я знаю, что у вас такое красивое. Оно, смотрите, как красиво сделано, и я его немножко недооценила, наверное, на рисунке. Смотрите, как оригинально. Вот, Significent Orla US-10, вот прямо, кстати, это мой размер, US-10. Ой, мне нравится, однозначно, так, это прям, хорошая. Мне кажется, лен с чем-то, 800, наверное, будет дирхам где-то. 964. Да. А, ну вот, это самое дорогое платье. Подожди, сколько же тогда стоит этот топ, который я смотрела? 800, а, нет, топ стоит 738. А, 800 там что-то еще стоит. Слушайте, ну мне платье понравилось вот это. Это еще одно платье, да? Сарафан. Ой, тоже, смотрите, какое качество хорошее, да, Мань? Угу. Но оно мне маловато, мне кажется, будет. С Белкс, мне кажется. Да, я примерзла маленько дома. С Белкс, Белкс. Какой-то размер? И платье у нас стоит 480. Ну, аккуратненькое оно, да, Мань? Мне пойдет. Смотрите, какое. Ну, оно, кстати, такое качественное. Ну, прям вот... Внутри, мне кажется, прям... А, нет, внутри ничего нет. А показалось, как будто оно просто такое очень плотное. Прям плотное. Здесь, мне кажется, и лен, и хлопок. Карманчиками. Ну-ка, сейчас, ну, вот так. Да, оно мнется сильно. Мне кажется, да, лен обычно там существует, наверное. Ну, в общем, смотрите, какое оригинальное. И полосочка. Ну, Маша, ну подожди ты. Ну, не, ну Маша, ну что ты такое? Маша, вот видишь, оно не хочет на тебе сидеть. На футболке раз, ну вот. Сейчас, подожди, футболку. Да что? Красиво. Да, как такой летний сарафанчик, оригинально. Спина сзади полностью открыта, где-нибудь на пляж, конечно, в нем пойти классно будет. Вот. Но для этого спинку надо красивую иметь. Я про себя говорю, у тебя хорошенькая все спинка, все хорошенькая, все молоденькая еще. Пока мама что-то мерит следующий наряд, то посмотри, сколько я сегодня сделала шагов со своей подругой, 14533. Как мама сказала, этих шагов не хватит на 2 дня. Сейчас следующий наряд покажем. Вот это второй платье. Молодец! Красиво. Вот прям молодец она тебе. И эта прическа тебе очень красивая. Что за мама? You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good.
it so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. So hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Лучше она что-нибудь купит из коз. А, коробочки более-менее стали лучшей одеждой. По стилю похожую по маме. Но она того не стоит. Мы посмотрели, оценили. Все. А ты говорила, что это не ты заказывал? Типа, что тебе дали? Конечно. Ты дала второй шанс. Да, они же ждут тоже. У меня люди ждут. Ну вот, мама дала второй шанс. Ну, как-то он... Но чуть-чуть лучше. Намного лучше. Намного, да, он но... намного лучше, но... Очень. Несколько вещей прям очень большие. Даже вот эти, ну да, XL. Все равно очень розовые большие штаны. Да. А так все... Не надо красоваться, сесть на камеру. Я хочу... Мам, ну что, я не могу покрасоваться? Как у вас дела? Просто мама, наверное, не спрашивает у своих подписчиков, как дела, да? Как у вас дела? Пишите. Что нового? Ой, подожди, а если я смотрю не на камеру, я смотрю на саму себя, это что-то будет менять, типа? Ладно, я только учусь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о нашем новом видео. Нашем. Вот. Увидимся в следующем видео. Да? Мам? Увидимся в следующем видео.